И всем привет, с вами Антон, а вы на канале Мои Игры. Это мой первый видос, и я решил снять его про Бравл Старс. И мы сегодня с моим другом Матвеем за легендарок. И если что, не читали, я не помню. Будем играть. Вот. Ну, у него есть второй аккаунт. Сейчас он придет. Подождите чуть-чуть. Я просто узнать, это он или нет. Хочу не понять. Еще будет битва. Я ломать первый кейс. Вот, я просто выбил его. И он тоже выбил. Вот два аккаунта. Есть! Первое место. Ну. Мой аккаунт вот такой, короче. Гулять после этого видоса. Блин. Есть минус команда. Thank you.
еще лучше за миллионы не подходить. Эх, знаете, это на будущее. За миллионы зашли. Но если он у вас, конечно, не капец какой-то прокачан. Вообще плохо даже. Наша команда фейк. Ничего, кстати, вот так. Да, кстати, место тоже хорошо. Попробуем. Главное, это как легче секать. Сейчас опять все будет. Добавлю здесь какой-то шок, блядь, помогать. Фей, давай. Есть. Есть. Ребята. Тут мы напилим, хорошо. Побежали, побежали. Так. Ребят, я не знаю, о чем мне показать, но... Кто не знает Brawl Stars, тот... Ну, я расскажу, кто не знает, какой Brawl Stars. Это, короче, такая, где есть вот разные прикольные герои, у которых разные способности. Меня молча... почти убили. Тут есть легендарные бойцы, они самые крутые. Вот. Привет, с моим другом крутые. У нас есть легендарки. Ну и вот Джесси тоже не попадает. Блин. Ну вот.
Ну вот. Ладно. Возможно, это последняя карта. Возможно, будет какие челленджи сегодня. Каких не будет, потому что у меня, ну, ничего нет. Я тогда постараюсь для сундучков буду открывать 20 сундучков. И поиграем немножко там, на том видео. Ай-яй-яй. Еще тут. Так. Сейчас пока все хорошо. Есть минус одна команда. Собака помогла. Ребят, я спускаю спонсор этого канала. Выдаваем ответ. Вот это как раз вот этот парень, который играет со мной. Это он снимает видосы эти. То есть не видосы, а спонсировал мой канал. Спонсировал. Сейчас снимаю видосы я сам на своем канале. Бог. Это последняя катка, и я заканчиваю видео. Так, бежим. Ребята, всем пока. Еще увидимся на моем канале. Думаю, вы подпишитесь, и будет хорошо все. До свидохи, ребята, пожалуйста. Подпишитесь, поставьте лайк.